Совбез ООН принял резолюцию о гумпаузе в Сирии. Совбез ООН принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня в Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране. Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу, 24 февраля, резолюцию о 30-дневной гуманитарной паузе в Сирии, сообщает Reuters. Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией. Согласно резолюции, стороны конфликта должны безотлагательно прекратить боевые действия и поспособствовать обеспечению 30-дневного прекращения огня, чтобы можно было доставить гуманитарную помощь и эвакуировать тяжелобольных и раненых. В документе отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против Исламского государства, Аль-Каида и Джабхан-ан-Нусра и связанных с ними группировок и лиц. Меркель и Макрон призвали Путина поддержать резолюцию по Сирии. Совбез ООН принял резолюцию на фоне эскалации в Восточной Гуте, пригороде Дамаска. Напомним, в результате бомбардировки в Восточной Гуте в течение 7 дней погибли более 500 гражданских. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.